едем сегодня гулять по горам. Вот туман опустился. Там, где мы, было солнышко, мы были над туманом. Сейчас мы едем сквозь туман. Оказалось, что... Ну, это, конечно, правильно, потому что суббота и солнечный день. После трех дождливых, естественно, люди все вышли. Вы видите, все забито. Все забито. И так вот на протяжении километра. Вот, мы пробуем найти место. Ну, вот возле, по-моему, въезда в туннель, там какое-то место Клем нашел. Пойдем в горы. Но толпы такие нереальные. Все-таки мы припарковали машину и начинаем наш небольшой подъем. Вот, табличка нам показала, что 1:20 где-то нам идти до вершины с видом. Посмотрим сейчас. Вот так, пританцовывая, мы идем по горной дороге. Но очень живописно и очень красиво. Cuidado, cuidado. Acho que vai perder o comboio. Vai perder. E diz a menor. Perdeu o seu filho. Esqueceu de dentro em casa. Пойдем. Нет, вперед и только вперед. Назад нельзя. Назад дороги нет. Нет. Ой, как красиво. Ну вот мы идем уже 2 часа. Обошли гору, поднялись на высоту, спустились снова. Вот уже тут есть даже вот мини-ферма какая-то с козами. Сейчас идем вдоль реки. Ой, я не знаю, еще не видно даже конца нашего пути. Но это красиво. Очень. Тяжеловато для неподготовленных, так как мы неподготовленные товарищи. Хочешь спуститься к воде? Сейчас, аккуратно. Хоть с непривычки, нелегко подниматься и идти в горах сквозь камни. Но как-то же мы должны были отметить последний день нашего пребывания в этом прекрасном месте. Потому что завтра мы отправляемся еще в Соломанки, пробудем один день и одну ночь. И потом уже домой. Какой-то был камнепад здесь.
мы на месте. Деревня Бульнос. Бульнос? Бульнос. Сейчас где-то будет смотровая площадка. И, в общем-то, все. Отдыхаем здесь несколько, парочку часов. И отправляемся в двухчасовой обратный путь. А, окей. Вода. Yes, only one. О, да тут вон жизнь кипит. И кафе, и рестораны, и туалеты. Да что хотите вам тут. И дома. И дома. И река. Красота. Мост, Лиза, четвертый мост. Четыре моста. Мы прошли четыре моста. Ну, очень живописно здесь. Стоит оно того, чтобы идти два часа, устать, а потом сесть вот с таким видом. Класс. Вон он, Бульнос, видишь, с этой стороны. Мы с тобой с той стороны смотрели, а это с этой. Вот, тут сидит кот в конечной точке. Вот. Вот как раз тут борьба. Скажи, кто тут забрался, да, на мою? Вот этот самый Бульнос, который виден. Вот, ну, я считаю, что вчера у нас был намного круче вид с других пиков Европы. Вот, поэтому этот, может быть, не самый вау эффект, то есть не самый превосходный, но тем не менее люди прям вот поднимаются и в полном восторге. Вот, ну, чисто как спортивное развлечение. Ну, вот река вот эта горная, очень красивая. Вот, но вчерашний вид был круче. Но, тем не менее, мы сделали это. Мы почти на пике. Спускаться назад, конечно, по скользким камням. Нужна обязательно обувь с шипами. Да. Вот. Ну, так как мы не... У нас обычные, да. Вот, но ничего, потихонечку мы спустимся. Dos tostada grande, pinta. Okay. Ir būt for ice tea. Ele é ice cream. Ice tea? No, ice tea no. Ice... Warriors, Fanta. Мы заслужили холодное пиво. Тихий час и полчаса отдыха, а кто-то скачет, танцует вовсю и поет, а мы без задних ног, а нам еще идти обратно два часа по горам.
Все, совсем чуть-чуть. Мы почти на финишной прямой, можно сказать. Кто-то уже не может идти. Почему? Потому что моя мама облила меня водой. Мама облила водой, потому что очень жарко. Солнце, пекло. Обязательно ботинки с... Ботинки с протектором и крем от солнечных ожогов. Давай, окунай. Доплавать ты не можешь, но помочить ноги можешь. Ледяная? Давай, давай. Мочи. Мы сделали это. 12 километров, 6 часов ходьбы. Сколько тысяч? 15 или 16 тысяч шагов. Ну, это круто. Но нужна обувь. Нужна обувь удобная. И вода всегда.